Спортсменки Луиза Аюбова и Лада Горбатова занимаются бадминтоном в спортивной школе Одинцова, играют в паре. В январе они стали кандидатами в мастера спорта. В свои юные годы спортсменки являются призерами первенства Российской Федерации по бадминтону, входят в основной состав сборной России и готовятся к отбору на чемпионат Европы. Свое будущее они твердо решили связать со спортом. Я тренируюсь каждый день, у нас тренировки по несколько раз в день. Я очень люблю этот спорт, мне он даже очень нравится, очень интересный. Когда я узнала, что у меня КМС, я очень сильно обрадовалась, мне было так хорошо. Наконец-то, ура! Я переняла этот спорт от семьи, ракетка всегда была в моих руках, ну, еще с детства с мамой всегда играла. Потом перешла уже в спортшколу и стала достигать каких-то целей. Мне понравилось, и я решила чего-то в этом достичь. Отделение бадминтона посещают 390 учеников. С ними работают 9 профессиональных тренеров, которые помогают ребятам достичь спортивных высот. Мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России и чемпион Европы Андрей Ашмарин работает здесь уже 3,5 года. Моя цель, я считаю, работа и тренера, чтобы ребенок влюбился в этот вид спорта и чтобы он не только, вот, грубо говоря, на тренировках, да, тренировался, но он был фанатом и понимал, что это может быть стать его дальнейшей работой в жизни. Общие усилия тренеров и детей дают высокие результаты. В период с сентября по декабрь минувшего года юные спортсмены 8 раз становились призерами первенства Российской Федерации по бадминтону, а в марте прошлого года одержали победу на первенстве Европы. У нас сегодня 18 членов сборной команды Московской области по бадминтону и 3 члена сборной команды Российской Федерации. Для нас, как бы, это достаточно большое количество. В спортшколе Одинцова обучается около 2000 юных спортсменов с 7 до 18 лет. Это одна из самых крупных спортшкол в России. Первое занятие состоялось 14 февраля 2007 года. Уже через считанные дни школа отметит свой 14-й день рождения. Мария Шматкова, Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».